Человек бежит на работу, проходит мимо меня и вручает мне что-нибудь из еды. Ешьте быстренько, пока не остыло. Интересуется, какие размеры обуви, одежды. То, что вот на мне надето, обуто, все подаренное. Деньги жертвуют, которые коплю на адвоката. Дай Бог здоровья всем и вся. Все люди добрые, как сказал Иешуа и Понтий Пилат. Я счастлив, что я петербуржец, что в городе славно живу. Родился в этом городе 64 года тому назад, 6 января 1951 года. Город контрастов. Петербург. Но слава Богу, что в городе вернули подлинное название, освободив от ложного. В Москве были французы, Наполеон. В нашем городе не был никто, ни один вражеский сапог не топтал его территорию. И рад, что название сохранилось прежнее. Хоть не являясь столицей государства, но тем не менее северная столица. Это вроде звучит. Я учился в педагогическом институте, который, наверное, благодаря тому, что я там учился, стал университетом. Я так думаю, грешным делом. Учитель географии и биологии. Я сейчас встречаюсь с учащимися, являюсь жюри городского конкурса «Лучший юный экскурсовод года». Ранее ездил по России, будучи начальником почтового вагона. От Мурманска до Владивостока проехал. Я стал аббревиатура «бомж», «бомжом». Благодаря тому, что были в коммунальной квартире, которую я превратил в приют для бездомных животных, бездомные кошки, бездомные собаки, глава администрации Адмиралтейского района подал в суд тем, что меня выселили из квартиры коммунальной. Ночевать в помещении, а не на улице. Это уже пятая зима, но, наверное, Бог меня согревает, поэтому я ни одному ОРЗ. Здоров, как бык, чего я всем желаю. Проблема с ногами, только вместо 42 размера стал носить 43-44. Разработал экскурсию пешеходную, авторскую, по Невскому проспекту, по Петербургу, по пригородам, тоже бесплатные, альтруистские по-научному. Но меня сопровождали собаки, мои бывшие бездомные и работники правоохранительных органов. Милиция, ныне полиция, попросили меня оттуда уйти. Так как я был экскурсоводом Петербургской крепости в свое время, я пришел сюда. Мои институтские встречают ежегодно, морально меня поддерживают. Но я оптимист, поэтому надеюсь, что добро победит зло. В Петербурге мне нравится, что это современный город, чистый, светлый. Немало своих недостатков, но в каком городе их нет? Что то, что тут у нас негативы в городе бывают, так это не только в России. Как вот тут многие привыкли на Россию грязь валить, и я к этому лично не склонен. Я являюсь и российским патриотом. Меня зовут Леонид. Я один из многих нынешних петербургских бездомных. Лишился квартиры за долги. Меня выселили в комнату в коммуналке, но я там жить не могу, так как там постоянные пьянки, дебоши, там драки, чуть ли не поножовщина. Коммунальная квартира, куда меня выселили в авиагородке, имеет очень четкую криминальную подоплеку. Мне квартира будет возвращена моя, где я жил до выселения. Так как в моей религиозной организации, Петербургская еврейская религиозная община, там нашлись люди, которые оказали мне помощь. Все мои долги будут уплачены. У нас не бросают своих людей, попавших в тяжелое положение. Мечтаю о том, что у меня перспективы будут гораздо более лучше. Сейчас у меня уже очень хорошо
пошло с одной девушкой, очень хорошей, культурной, интеллигентной, из нашей общины. Ее Ася зовут. Очень хорошее, чистое, светлое имя. Благодаря в первую очередь Божьей помощи, которую я чувствую беспрестанно. Люди разные, всякие есть, и добрые, и недобрые. Большинство, мне все-таки кажется, нормальные, порядочные люди. Шма Исраэль. Адашем Элекейну, Адашем Эхот.